Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас вот так. Это апреля 2024 года. Вот так вот насыпало. Дорожек вообще нет. Вот по целине ходим тут. С моим питомцем гуляем. Снега по колено навалило. Вот вчера за, не знаю, за 3 часа, наверное, вот это все так вот плотно засыпало. Вот. Но тепло, ветра нет. Теперь вчера еще ураган какой-то был вместе со снегом. Хорошо, что ветра нет. В общем-то, не знаю, минус 3, наверное, где-то 4. Максимум 5. Ну так, тепло, мягкая погода. Снег смягчил атмосферу. Мирон, бедняга, только обрадовался, что все, ни льда, ни снега. Желуди всплыли на поверхность прошлогодние. А тут вот такая напасть. Ну ничего, разберется, найдет. И под метровым слоем снега способный малыш. Он как работает. Он как уверенно делает траншею под дубовыми деревьями. Чувствует вот эти листья и начинает там что-то выискивать. Точнее, не что-то, а конкретно желуди. Да, неожиданно, как говорится, снег на голову, как в поговорке. Очень интересное явление. Природное, конечно, но все уже обрадовались весне. Тут плюс 20 было, а тут вот так вот. Через 2 дня после этого практически. Мирон, ты рад? Мирон, все равно. Главное, чтобы желуди были, да? Скажи. У меня требует желуди, чтобы я ему тоже дал желуди. Сейчас дам что-нибудь. Взял с собой немножко яблок сушеных и желудей. Сейчас ему подкину, чтобы ему интереснее было копаться. Вот. Так что растет кабанчик. О, какая красивая походка. Куда-то повел меня обратно. Ну, куда идем-то? Куда идем? А? Хорошо, куда идем? Может, домой уже пора идти? Там поищем желудей дома. А? Что-то я устал с тобой уже ходить. Долго бродим. Тяжело по снегу-то. Я иду, ему дорожку протаптываю, он за мной. Никто еще не дотоптал. Вот Мироша наш. Так что ставьте Мирону лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. Что-нибудь интересное обязательно покажем. Пишите что-нибудь в комментариях. Обязательно пишите. Может, что-то нам нужно как-то видео улучшить, что-то еще. Ну, напишите. Будет интересно почитать. Все. Тогда всем пока. Хорошего настроения. Надеюсь, весна не за горами. Всем бай-бай. Мирон? Увлекся. Всем пока.